Ох уж этот загнивающий Запад. Ну, не любят они россиян. И батюшка-предатель Андрей Ткачев объяснил, почему. Он вывел новую формулу чистой русской души и грязных помыслов Запада. Многое хорошее рождается из плохого. Ну, как парфюмерия рождается из вони. То есть люди не мылись годами, поэтому обливали себя духами, чтобы не смердеть, как пес. Нам не нужны были духи, мы в бане мылись каждую неделю. Они не мылись годами, не воняли, как собаки. Что женщина, что мужчина. Вы знаете эти нюансы европейской красоты? Во всем Версале не было ни одного туалета. Мужчины на лестницу выходили помочиться, женщины потому и платья такие носили, что можно было присесть где хочешь, чтобы не было понятно, что ты делаешь. Не смердели, как псы. Вот тебе и Шанель номер 5. Тайный секрет возникновения парфюма. Вот так оказывается, русские чисты не только духовно, но и телесно. А грязный Запад вынужден скрывать свою сущность под Шанель номер 5.